Здравствуйте. С вами Рина Преображенская с очередным разговором в пространстве подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Поводом для этого визита послужили последние наблюдения жизни, в целом своего состояния. И я надеюсь, что этот разговор будет вам так же полезен, как и предыдущие. Но вначале мне хочется сказать несколько слов по таким моментам. Во-первых, обратиться к новым слушателям, которые пришли в мое пространство. Я чувствую, что пришли новые люди. Моя команда, как я и говорю, мои золотые ребята, зажигалки, периодически осведомляют меня о статистике. Но поверьте, для меня это скорее просто часть работы, но не цель точно. Вот. И мне даже лично мне комфортнее двигаться, работать, продолжать делать то, что я люблю, невзирая на цифры, невзирая на проценты. Для меня как-то так правильно, потому что я сосредоточена на главном. И да, это тоже, конечно же, здорово, когда приходят новые люди, когда расширяется охват. Но в то же время, если постоянно смотреть только туда, то сил и энергии на главное это не останется, как хотелось бы. Я только с этой точки зрения объясняю. Да, это важно, это здорово, это ценно. И спасибо всем, кто для этого постарался. Вот. И в то же время все-таки это только часть работы, а главное именно вот само дело. Так вот, я хочу сейчас обратиться к ним, чтобы объяснить некоторые моменты. Я прямо чувствую, что это важно озвучить. Возможно, я ошибаюсь. Просто говорю то, что чувствую. Конечно, хотелось бы, чтобы вы понимали, в какое пространство вы пришли. И здесь не нужно от меня ждать четких шагов, точного плана, графика появления в этом пространстве. У меня совершенно другая дорога. В начале этого направления я записала несколько эфиров, уж не знаю, как назвать, эфиры, записи, которые так и назвала «Знакомство». А вот когда села их записывать, увидела, что если я сейчас назову, что я из себя представляю на сегодняшний день, как я это понимаю, то это будет не совсем та история, ради которой мы встречаемся. Хочется, чтобы вы учились видеть больше, дальше, глубже, не цепляясь за слова,
Они очень важны в нашей жизни, очень. Но бывает так, что вот ты скажешь о себе что-то, все, человек зацепился, и дальше уже, как говорится, не может подвинуться ни на миллиметр. А зря. И только вот с этой позиции я не стала тогда говорить о себе. Потому что, с одной стороны, конечно, я могу сказать, а с другой стороны, это мне придется рассказывать всю свою жизнь. Ну вот как-то так у меня не получается в несколько фраз, в несколько слов уместить, кто я и что я делаю вообще в моей жизни, на этой планете, вот в этом подкасте. С одной стороны, я вроде бы, да, специалист, но темы, которые я затрагиваю, которые меня очень сильно волнуют, гораздо больше, шире, дальше, чем та специализация, благодаря которой я уже точечно помогаю людям. Ну, то есть вот здесь вот одно направление, наверное, высвечивается. Я помогаю людям. Вот. Кому-то словом, кому делом, кому всем вместе, кто что берет, кому-то своим присутствием даже достаточно. Такое тоже бывает. Поэтому задайте в первую очередь себе вопрос, для чего вы здесь? Вот зачем-то вы ведь сейчас слушаете и слышите то, что я говорю. Что вас привело именно в это пространство? Что вас зацепило? Если вам хочется узнать больше, прослушайте записи знакомства, какие-то другие записи. Я, наверное, в первую очередь помогаю и хочу это сделать. Помогаю вернуться к себе, настоящему. Вспомнить себя настоящего. Пробудить в себе ту силу, ту жизнь, которая была и есть. Потому что я знаю, как это важно, как это необходимо, как это дорого, что это самое-самое-самое огромное благо и самая высшая ценность, которая просто есть сейчас у каждого. Мне хочется развернуть людей к самой жизни, в первую очередь в себе. А как я это делаю? Как получается, друзья? Как идет в моменте? Как люди просят? Поразмышляйте об этом. Я каждого приглашаю именно для разговора, не для развлечений. Этого и без меня хватает в нашей жизни. Я для разговора. Глубокого и важного, самого важного и поэтому лично для меня главного разговора с собой. Какой ты сегодня? Вот какая ты сегодня? Какой ты именно сейчас? Чем ты дышишь? Что ты хочешь? Что ты не хочешь? Что ты знаешь о себе? Ты вообще себя знаешь?
Что ты сейчас чувствуешь? По-настоящему, что ты чувствуешь сейчас? Вот прямо сейчас, вот слушая то, что ты слышишь. Слышишь ты ли вообще свое тело? Слышишь ли ты себя? Чувствуешь ли ты вообще жизнь в себе? Как ты вообще дышишь? И дышишь ли? Это главное. И уже потом, а что ты хочешь? Это все потом. А сначала вот эта связь, самое главное, с собой. Есть ли она вообще? Если есть, то какая? Крепкая. Или пунктиром, какими-то проблесками. И уже все потом остальное. Уже потом, что происходит там. Это тоже важно. Это очень важно, что происходит там, за окном. Но в первую очередь с собой бы разобраться. Потому что без этого главного лично для меня тебя просто нет. Вот это мое мнение. Тебя нет просто. Да, ты просто, да, ты вроде есть. Но в то же время, где ты, что ты, как ты? Дела, дела, заботы, заботы, скорости, гонки, протоколы, встречи, графики, планы. Все важно, но не главное точно. Да, интересный поворот, конечно, сегодня получился. Вот. Вообще-то я сюда собиралась прийти с энергоновостями актуальными, но, может быть, до них тоже очередь дойдет, я надеюсь. Потому что действительно информация важная. И я вчера села на самом деле записывать. А чувство не идет и все. Вот не то. Что-то вот елозит внутри, не то. Я, по-моему, даже минут 15 записи сделала и выключила. Не могу. Нет, не то. Не то. И вот буквально за эти, получается, сутки, наверное, даже меньше, вот пришло вот что-то большее. И я даже не удивляюсь, потому что сейчас у нас время такое снова пришло. У нас и было время интересное, а сейчас оно пришло еще более. Но я скажу об этом попозже.
Вот. Тоже интересное получилось обращение. Не ожидала. Откровенно говоря, не ожидала. Ну, от души. Искренне, как есть. В любом случае, если вы до этого не слышали записи, у вас руки не доходят никогда, нет интереса, то, по крайней мере, вы уже на берегу будете знать, куда вы пришли и надо ли вам это. Потому что на самом деле это очень важно. Уметь быть там, где тебе действительно нужно быть. Жизнь очень коротка и ценна. И поэтому тратить ее на всякую фигню, которая точно тебе не нужна, не стоит. Поэтому, если вам отзывается атмосфера, которая здесь есть, а она чувствуется сразу, мое слово, как оно звучит, а оно всегда по-разному звучит. Все зависит от многих факторов. Вот если вас это влечет, неосознанно как-то оставляет здесь, то значит, вы готовы, и вам нужен этот главный разговор с собой. Здесь все начинается с этого. Потому что я сама прошла такую дорогу и знаю ценность того, что я говорю. А говорю я только из личного опыта. Только прожив возможно неоднократно некоторые свои бриллианты, настоящие бриллианты, до которых вот дожила, допрожила сама, они являются результатом очень многих лет жизни, иногда всей. Поэтому мой подкаст — это концентрат. Я это знаю. Если вы выдерживаете, если вам это интересно, если вам это полезно, вы действительно берете и хотите остаться, вернуться, значит, вы в потоке жизни, друзья. Это такая диагностика. Я понимаю всех свои дела, я понимаю всех свои заботы. Я все это прекрасно понимаю. Никто здесь не обязан, как говорится, и не надо, и никому это не надо, точно. Но я просто вам говорю, что это уже тоже проверено. Потому что когда люди по каким-то своим делам уходят и потом приносят мне, как снежный ком, опять непонятно что. Оказывается, что отклонились они и сильно отклонились. И первое, что они мне говорят, мне надо послушать твой подкаст. Это точно.
Поэтому вы отклоняетесь не от меня, вы отклоняетесь от себя. Я не претендую на истину в последней инстанции никоим образом. Никого не заставляю, не убеждаю, не уговариваю идти здесь. Нет. Просто звучу так, как идет. Просто я знаю на сегодняшний день мое место на этой земле. На сегодняшний день. И точно знаю, что я о себе, мне кажется, вообще ничего не знаю. Потому что даже последние события мне показывают, что я опять на пороге, уж не знаю, на пороге или уже туда зашла, абсолютно нового этапа. Это я вот каждой клеткой чувствую, я опять тарарарарам. Дышим, Рина, дышим, опять дышим, и опять мы ничего не знаем. И это прекрасно. У меня есть два «не знаю», которые меня бесит, что я не знаю, пока я не докопаюсь до сути, пока у меня все пазлы не сложатся, я не успокоюсь. Но это мне необходимо, иметь ясность в тех моментах, которые меня цепляют, которые меня вот где-то выбешивают. Я живая, обыкновенная, настоящая. Я никогда не скрывала, что я состою из плоти, эмоций, чувств и позволяю им быть. Вот. И здесь я, конечно, разбираюсь по полной программе. Вот это «не знаю» меня прям заводит, это пендель такой. Всегда меня тащит разобраться, покопаться, раскопать это все, уложить в себе в первую очередь, прожить это все. А второе «не знаю», вот это «не знаю» шикарное для меня, когда ты не знаешь и балдеешь. Вот когда я вот это «не знаю» проживаю, чувствую, я и не пытаюсь, потому что я не хочу лишать себя удовольствия. Не хочу лишать себя удовольствия наслаждаться тем, что приготовила жизнь на этот раз. Это удивительно. Здесь очень много свежего воздуха. Очень много, даже вот тело задышало как-то полно, более полно, чем до этого. Ты не знаешь и тащишься. Такое предвкушение. Вот такие дела. Так что... Так, а к чему я это говорила? Так, стоп. Куда-то моя кудря завернула, и мне надо сейчас вспомнить. Оказывается, нужно было дать вот эту паузу не для вспомнить, а для того, чтобы дать уложиться тому, что озвучено. Я прям увидела такой вихрь, который пошел благодаря тому, что я сказала. Нужно время. Между.
между следующим вдохом и следующим шагом. Да, и это тоже очень интересная и важная составляющая моего пространства. Отдельная, мне кажется, уже какая-то песня паузы. Те паузы, которые здесь происходят во время моего общения с вами. Они все естественны. Иногда я останавливаю запись, потом возвращаюсь. Но иногда я не могу нажать кнопку. Я просто вот как есть, так и течет. Я отпускаю все. Конечно же, у меня все равно где-то фоном вопрос, а нужно ли было так делать, правильно ли это было. Естественно, я тоже человека сомневаюсь. Нормально? И потом, дай Бог здоровья людям, которые слушают мой подкаст постоянно. Я узнаю, что все было правильно. А некоторые даже влюблены в эти паузы, как они говорят. Ох уж эти паузы. Целая отдельная терапия. Так что это пространство доверия. Вот еще, наверное, что важно сказать. Доверие себе, жизни, всему, что просто есть сейчас. Интересно, начался у нас с вами сегодня разговор. Быстренько не получилось. Получилось, как всегда. Мы не торопимся. Я помню, как мы встретились с одной просто чудо женщиной. Я как-то пыталась обозначить ее в какую-то для себя, так скажем, кто она мне, там, подруга, приятельница. Не смогла, вот не смогла. Ни туда, ни сюда как-то не тянет. Мы можем не общаться долго. А потом встречаешься, и как будто вот не было вообще. И чувствуется связь всегда. И вот для меня она просто родная душа. Может, не знаю, родная, родственная, там, как это сейчас более подходит. Я сейчас не буду в словарь заглядывать. Но я надеюсь, вы почувствуете, о чем я говорю. Так вот, мы как-то с ней встретились. Наконец-то. После долгого перерыва тоже в ресторане сидим, наслаждаемся, вкушаем. Ой, вообще вечер потрясающий просто.
Вот. Насладились по полной программе. И я как-то так вот, уж не знаю, вроде особо себя куда-то там не тороплю, ничего. У меня сейчас вообще тут все давным-давно, мне кажется, ужасно, но это точно понято там, расставлено. Вроде не тороплюсь, вроде не это. Ну, что-то я тут как-то засобиралась, как-то вроде бы так. Я сижу такая, говорю, спасибо этому дому, говорю, так здорово, говорю, все. Она мне говорит, слушай, такое ощущение, как будто еще что-то. Вот прям. Как будто что-то то ли не сказано, то ли еще что-то. Я говорю, да вроде уже все. Говорю, так давай, говорю, потом, наверное. Господи, говорю, еще вся жизнь впереди, еще обсудим. Все. Она говорит, а что нам мешает сейчас? Я говорю, да не знаю. Я говорю, так и время-то уже. А мы сидели там по-хорошему часа 4, мне кажется, если не больше. Я просто не помню. Но не час и не два точно. А она все-таки и постарше, и все равно там, кажется, какие-то есть обстоятельства, обязательства. Ну, то есть всякая есть штука, которая немножко поднапрягает. Вот. Я как-то больше для нее хотела, что вроде бы как пойдем. Вот. Она так сидит на меня, смотрит, говорит, Риночка, а мы куда-то торопимся? И я так на нее смотрю, я говорю, слушай. И у меня так сразу все вот так вот, хоп, так распахнулось точно. А куда мы торопимся? А куда я тороплюсь? Нет, уже точно нет, не тороплюсь, мне здесь хорошо. Полчаса, час, что-то решит, вот. Нет. А правда, куда я собралась? Человеку хорошо. Она никуда не торопится и не собирается. Что я там начала пытаться? Ну, в общем, короче говоря, знаете, очень интересный такой был момент. Всего фраза в несколько слов развернула полностью. Ну, не полностью, я имею в виду, вот мое вот это. Как обычно, пойдемте. Когда чувствуешь, что вроде бы уже закончилось все. А там еще послевкусие. А там еще десерт. А там еще много чего приготовлено оказалось. Вот. И поэтому я также. А мы куда-то торопимся? Вот лично я нет. Я сюда прихожу действительно поговорить. И сегодня какое-то особое состояние. Я, в принципе, чувствовала, что разговор будет такой, знаете, более рабочий, что ли. Я думала, сейчас буквально несколько слов скажу. Вот обращусь к новым людям, потом еще кое-что скажу, потом энергоновости. То есть у меня уже как-то пазлы стали складываться. Если в предыдущей записи там каша была, как я помню, то в этой-то как-то более-менее канва простроилась, и у меня было такое достаточно рабочее состояние. Но что стало происходить, когда включилась кнопка? Интересно. Вот, поэтому если вам отзывается... Я уже обращаюсь не к стареньким слушателям, а к новым. Если вам откликается вот такая вот беседа ни о чем и обо всем, то добро пожаловать. Это я вообще-то к этому все говорила. Но если нет, то, как я обычно говорю, либо не время, либо не судьба. Возможно, что это не ваше пространство. Единственное, что я тогда могу сказать, что желаю вам найти свое, которое действительно будет вашим. А что вы ищете, это только вы знаете.
Вот. Такие дела. Наверное, я здесь буду уже заканчивать. 35 минут поговорили. Ну, интересно. Это первая часть марлезонского балета была. Вот. Во второй части я хочу поблагодарить тех людей, которые постучались с заботой и вниманием, спросили, даже больше не спросили о самочувствии, потому что, наверное, все-таки записи были прослушаны последние, что я там сказала, что все нормально. А мне сказали очень много важных слов и ценных. Что то, что я делаю, очень и очень нужно и очень и очень важно. Я когда слушала эти слова, то для меня это та связь, которая всегда нужна. Для меня главное — это иметь связь с собой и с людьми, с миром. И они обе важны. У них нет, мне кажется, каких-то исключающих дополнений или еще что-то. Мне кажется, они сами по себе, как опоры. Конечно, в первую очередь связь с собой, это несомненно. Но какая бы у тебя ни была крепкая связь с собой, это не имеет никакого значения, мне кажется. Ну, конечно, имеет, но оно все равно в любом случае имеет значение, когда у тебя есть связь с миром. Без этого никуда. Мы все части целого. И я хочу быть связанной с целым. Я часть. Мир целое. Люди как представители целого. И поэтому, когда для меня звучит вот эта фраза, «Вы нужны нам», для меня это очень важно. Я благодарна всем. Всем людям, кто мне об этом говорит постоянно. Да, об этом говорит постоянно. И те люди, которые сказали мне это впервые. Для меня это важно. И здесь дело даже не, знаете, в какой-то такой позиции, что вот хвалите меня. Я вообще не об этом. Я о смысле своего труда. Я знаю его смысл, ценность, важность. Я передаю его людям искренне, от всей души. И хочется двустороннего движения, понимаете? Необходим баланс.
Это закон этой жизни. На балансе все строится. Если его нет, начинаются искажения. Это явно что-то не то. И поэтому слышать подтверждение правильности твоих шагов — это, конечно же, ресурс большой. Поэтому отдельная моя благодарность тем из вас, кто выделил время, кто озвучил это русскими словами через рот. Это важно. И еще я хочу поблагодарить тех людей, которые чувствуют благодарность, но не могут сказать: «Я вас тоже чувствую». Сейчас я открою, наверное, такую завесу небольшую. Хотя, в принципе, я уже это озвучивала. Я просто не помню, в подкасте говорила или нет. Что на самом деле после каждого шага, который я делаю в любом качестве, я сверяюсь. Это уже как-то автоматически у меня происходит с собой, с моими наставниками, источниками, со всеми, с кем я на связи. Это называется «Оттуда ли я пришла, а то ли я сделала, а не дура ли я». Ну, это как обычно. Я человек, я нормальная. Вот. И прям пауза. Ладно, давайте скажу так. Не сказать не могу. Видимо, стараюсь. Начала как-то стараться объяснить понятно. И вот получилось скукоживание такое. Я чувствую благодарность. Чувствую. И я чувствую, что люди не могут сказать. Я догадываюсь о причинах этого. Не буду сейчас ставить каких-то там диагнозов, это никому не надо. Просто скажу, что я чувствую вашу благодарность и ваше присутствие. Придет время, может, оно и не придет, и вы захотите сказать. И я знаю, что это шаг. Сказать, открыть рот и сказать о том, что ты чувствуешь искренне от души. Это при всей кажущейся простоте это непросто. Для очень многих людей это непросто. Это где-то даже мужество, огромный вызов, это я знаю, по себе знаю. Это мужество и сила. И поэтому то, что я сейчас обращаюсь к тем людям, которые озвучили, не значит, что я считаю, что другие, мягко говоря, фу, ни в коем случае. Если вы здесь, вы зачем-то пришли. Зачем-то наша встреча состоялась, и я точно знаю, что наши встречи, любые встречи, создаются не нами точно и не здесь, на Земле.
Мы лишь проводники. Мы лишь проявляем в этот мир то, что приходит через нас. Кто-то может сделать это открыто, легко. Кто-то не может это сделать в силу своих обстоятельств. Но в любом случае мы зачем-то как-то встречаемся, и нас соединяют, наверное, здесь не совсем корректно я сказала, нас соединяют не на земле, и в то же время на земле, вот. А на земле нас соединяют сердца, наши души. Понимаете? Я разговариваю душой через сердце. Я разговариваю жизнью, всем живым, что есть во мне. Если вы слышите мое слово сейчас, если вы до сих пор еще здесь, значит, у вас есть этот источник. Вы последовали за ним. И он вас привел туда, где вам сегодня зачем-то захотелось быть. Не нужно быть, не нужно. Здесь через надо точно никто не сидит. Это пространство точно не для тех, кто живет только в голове. Таких людей здесь, мне кажется, точно нет. Мне кажется, здесь пространство для людей, которые, ну, наверное, такие же, как и я. С ними мы точно на одной волне. С вами, то есть. Которые чувствуют больше, глубже, сильнее, ярче. Просто кто-то может об этом сказать, а кто-то нет. И поэтому я хочу сказать, что я чувствую вашу благодарность. Чувствую. Тепло идет. Я его чувствую. Если вам когда-нибудь захочется об этом сказать или написать, я буду только рада. Потому что для вас... Нет, не для вас, а для меня это будет точно означать, что что-то потекло больше дальше. Что какие-то завалы стали уменьшаться, либо вообще ушли. Вот о чем это. Потому что голос — это великая сила. Голос — это жизнь через тебя. Как ты говоришь, что ты говоришь, зачем ты говоришь и говоришь ли. Искренне. Именно то, что чувствует твоя клетка, каждая твоя клетка, или ты вынужден постоянно прятаться за какими-то ширмами, что, в принципе, тоже объяснимо. Здесь вот немножко я тоже хочу сказать, что проявляться в этом мире на полную катушку так, как мы живем, как мы чувствуем, это ой-ой-ой. Это не тихая гавань, или как этот сказал, тихая поляна с лебедями в ликвидации. Здесь не тихая поляна. Мы вынуждены выходить в мир с определенными защитами. Это нормально. Но самое-то главное, что ты чувствуешь там внутри. И можешь ли ты сам себе сказать честно? Очень многое, что хотелось бы сказать. И можешь ли ты кому-то сказать, если хочешь. Вот. А иногда ведь люди не могут сказать ничего практически из того, что хотелось бы. Вот в чем вопрос. И поэтому
дать звучать своему голосу, живому, настоящему, который есть в каждом, это великое счастье. Великое. Это наслаждение. Это доверие своему существу, какое оно есть. Уважение. Да мне кажется, даже таких слов нет, которые вот могут описать вот сейчас даже мое состояние, когда мой голос просто звучит, и я просто говорю, и вы себе представить не можете, я надеюсь, некоторые могут представить, какое наслаждение я сейчас испытываю от этого. Тихое, умиротворенное. Доверяя себе. И вам. И зная, что мое слово льется в этот мир, чтобы занять какое-то свое место в нем, положить какое-то зерно. Я ведь говорю людям. Сейчас я говорю с вами. И от сути этого разговора, от содержания этого разговора зависит очень много. Ведь можно то же самое сказать теми же самыми словами. И толку не будет. А когда ты говоришь оттуда, из своего нутра, то это слово приобретает силу и доходит к каждому. Кому ему нужно дойти, ради кого оно пришло вообще в этот мир. Вот так проявляются наши связи, наши встречи. Удивительно. И красиво. Очень красиво, правда? Я прям чувствую, как будто сейчас вот из меня льются такие вот какие-то нити, ручьи и текут в мир. Я прямо это вижу. И касаются чьих-то сердец. Магия жизни. Живая. Вот она, живая магия жизни через встречу, слово, голос. Просто удивительно. И я надеюсь, что то, что придет к вам и коснется вас,
Я не знаю, чему вы позволите остаться, но то, что коснется вас, я надеюсь, сделает то благо, ради которого оно родилось во мне. Я не знаю, чему вы позволите быть. Это только ваша территория. Я не вмешиваюсь. Я просто делаю то, что я могу, умею, люблю. Там уже как жизнь раскроется дальше. Сейчас у меня внутри я не знаю, как это объяснить, описать. Красота. Просто красота. Раньше я это состояние описывала просто хорошо. А сейчас родилось вот это. Красота. Люблю красивые. Люблю все красивое. Хочется, чтобы ее было больше в нашей жизни. Во всем. Во всех людях. Это мои мечты, желания. Вот. Ну вот ради них и прихожу я сюда. Упс. Ёлочки-палочки, друзья, время 58 минут, как я с вами общаюсь. Вот это да. А энергоновости? Рина, алло. Да уж, поговорили по-рабочему. Ну, давайте сделаем так. Тема важная, актуальная. Но сейчас все равно в любом случае я, конечно, буду брать паузу. Вот я прям чувствую, достаточно на сегодня точно. Не люблю давать обязательств. Не люблю. Обещания люблю давать. Я просто озвучу, что эта тема осталась неозвученной. А когда я ее озвучу? Скажу так, я помню. Я помню. Сейчас просто я вообще не даю никаких обещаний. Вот, поэтому, чтобы лишний раз не напрягать ни себя, ни пространство, никого. Вот, поэтому давайте здесь отпустим. Как у меня будет возможность, время, импульс, пойдет энергия продолжить общение с вами, я, конечно же, это сделаю. Я сюда прихожу только с желанием. Я надеюсь, вы теперь это уже точно
и чувствуете, и знаете. Но в главном у нас все неизменно. Я здесь, на моем месте, открыта и на связи. Если кому-то захочется отозваться, я с радостью. Все, я прям чувствую, как запись закрывается. Желаю вам легкого дня. Всего доброго. До свидания.